Чувак, сегодня пятница. Весь город гудит. Спасибо. Ты их на вокзале набираешь? Тебе не нравится, как работает мой официант? Можешь вместо него? Ты хочешь поспорить? Почему бы и нет? Какие условия? Ты работаешь официантом до 3 часов. Унесешь 10 тысяч чаевых. Ты выиграл. Ваши столы на третьей линии с 33 по 36. У вас есть белое вино? И ликер не смородиновый, а клубничный. Но шампанское будет, но не Франция. Что? А что так мало-то? Козел. Туфлямин. А они нормальные? Бунгюсинге. Шукурумбурум. Все-таки импортозамещение дает свои плоды. Российская плесень уверенно набирает очки. Мой стол у вас в приоритете. 5000 гарантированных чаевых. Я что, в Куршавеле, что ли? Да в Москве. А это точно бесплатно? Каждый счет за мой счет. Твою! Я человек скромный. Вашим унижением я буду наслаждаться бесплатно. Ты что меня так подставляешь-то? Думаешь, сольется? С его гонором максимум через час. Точно выдержит? Да, я держу! Окей, Google, как поймать кенгуру? Вы же великолепно поете. Сколько вам чаевых нужно? 1003?